Понятно, вот да? Здесь уже на... Давайте особо идиотским случаем аплодировать. Вот это... Интим-зоомагазин — это надувные суслики. Одноразовые рыбки. Да. И слоноимитаторы. Непонятно, на что рассчитывали люди. Давайте дальше. Набор разноцветного желтого пластилина. Хорошее детство. У тебя проблема с кожей, знаешь, это не беда. Позвони, и мы поможем с ней расстаться навсегда. Супер. Они же еще стихотворение придумали целое. Давайте дальше. Третий этаж выше, второй этаж ниже. А где причем... мы? Реально, межэтажье. Давайте дальше. Водитель, с момента въезда на паром и до выезда будь за рулем. В это время пассажиров в салоне не иметь. Были случаи. Дальше. Дальше. Аллея танкистов. Карандаш для кутикулы, ускоряющий рост ног. Очень дорогой, как вы видите. Вот, звонок не работает, дразните собаку. И вот там собака стоит, видите, около будки. Ну, здесь все понятно. 23 часа круглосуточно. Гулять на территории школы с детьми запрещено. Это опасно. В саму школу лучше вообще не заходить. Вот это моя любимая. Горнолыжный курорт «Красное озеро». Во дворе. Для карликов. Маленький куржавельчик. Но очень опасно. Насыпали горку. Дальше. Магазин «Мебель» переехал ветеранов. Переехал ветеранов 73. Количество. Дальше. Да. Номер все видят? Владимир Анатолий Дмитрий, 666. Да. Это 8-летняя коллекция. Ноги от ушей, да, что называется. Вот для кутикул, для роста для... ног. А она вот использовала это. Карандаш? Да. И, друзья, теперь последнее. Будьте готовы к ней. Раз, два, три. Никто не встречал на улице. Возвращение Мономаха! Да, вот друзья, спасибо. Смотрите по сторонам. Виктор Васильев, ваши аплодисменты. Спасибо, Витя.